еще дает нам фэншуй? Сегодня мы с вами рассмотрим самые-самые азы, такие вот самое начало. Это то, что может каждый дома у себя практиковать. И не только дома, и в офисе тоже. То есть даже не обладая какими-то глубокими, серьезными профессиональными знаниями, использовать вот этот вот квадрат, 9 секторов, 9 жизненных аспектов. Уже с сегодняшнего дня, получив эти знания, вы можете значительно улучшить и изменить свою жизнь. Северный сектор традиционно отвечает за карьеру. За карьеру, рост карьерный. Прошу не путать с югом. На юге у нас слава, признание, а здесь у нас карьера, работа. Сектор воды, соответственно, что у нас водичка, это цветовые решения, это синий и также черный. Форма воды волнистая, плавная. Соответственно, чтобы нам как-то усилить этот сектор, усилить свою карьеру, подпитать, нам нужно добавить водички. Как цветами в интерьере, так можно добавить и формами. Если мы говорим про инструменты фэншуй, 8 благоприятных символов, которые способствуют успеху, карьерному росту, достижениям. Опять-таки хорошо, если поставить туда каких-то наших покровителей, которые действительно могут поддерживать нас по карьере. Кристаллы будут очень хороши, например, с мантрой победы. Есть они у нас тоже на сайте, в интернет-магазине.